Рождество – один из главных религиозных праздников, связанный с памятью о рождении на свет Иисуса Христа. Это великий день для всего христианского мира. Во многих странах, в том числе и в России, Рождество считается семейным торжеством и государственным праздником. Рождество – это пришествие нашего Спасителя. Это появление на свет человека, который нас всех спас. Ни много, ни мало от наших грехов. Это почитание его матери, Пресвятой Девы Богородицы. Этот праздник лишний раз дает возможность соприкоснуться с этой божественной силой. И я думаю, что дань, которую мы отдаем, признание Тесты Бога, это то, что сегодня дает возможность нам всем себя хорошо и уверенно чувствовать. Свято-Никольский храм Губкинского с трудом вместил всех желающих отстоять праздничную литургию и встретить Рождество Христово вместе с православными горожанами. Ради Григория Святого Храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда мы не близко и во веку. В молитвах прославляют рождение Иисуса Христа и Его благочестивую Мать Марию. Библейские истории повествуют о пастухах, которые первыми пришли поклониться младенцу, и волхвах, которые принесли дары – золото, как царю царей, ладан, как Богу, и смирну, как человеку. С Рождеством прихожан поздравил отец Валерий. Затем к поздравлениям присоединились и сами верующие. Всем очень удачного года, чтобы у всех настало, наконец, счастье, которого все очень долго ждут. Всем здоровья просто. Здоровья. Вот, пожелал бы тепла, любви. Радостный, светлый, великий. Сколько бы эпитетов ни подбирали к этому празднику, все они несут одну главную мысль. С Рождеством у людей всегда связаны ожидания чуда, новые надежды. Как и с рождением Богочеловека Иисуса Христа, который не только спас человечество, но и утвердил людей в вере. Вера, я не знаю, какое-то светлое в душе что-то, радость, не знаю, правильные мысли, помыслы, жить правильно. Приходит время такое, что человек приходит, сознанием своим приходит к тому, что все равно нужно обращаться к Богу и верить во что-то. Но особенно обращается, наверное, когда у человека какая-то беда приходит в семью, несчастье какое-то. Тут слова сами собой выскакивают: «Господи, помоги». Екатерина Склюева, Илья Квасов, новости Губкинского.